Всем привет, с вами Артур. И сегодня у меня в ремонте Volkswagen Jetta. Ремонт кузова. Итак, машина приехала ко мне. Все поврежденные детали меняются. Машину разобрал сам владелец. Машина установлена на стапель, ремонт начинается. Ремонт начну с задней части машины. И первым делом вытягиваю заднее крыло. С вытяжкой закончил. Теперь удаляю поврежденные детали. Итак, последняя часть удалена. Измеряю. Правая сторона немного выше. Исправляю это. Теперь высота одинакова. Итак, размеры в порядке. Поврежденный металл на машине отравнял. Теперь могу сваривать заднюю часть. Но сначала отравняю несколько деталей, которых не имею новых.
Прекрасно. Устанавливаю и свариваю внутренние элементы. Последние сварочные точки и внутренние элементы сварены. Теперь я отправляю небольшую вмятину на левом заднем крыле. Для ремонта буду использовать споттер. Эта работа сделана. Устанавливаю крышку багажника и затем буду сваривать правое заднее крыло. Но сначала я подгоню места стыков. Thank you.
сварочной, работы с задней частью закончены. Устанавливаю все детальки задней части. Итак, ремонт задней части машины закончен. Теперь работа с передком. Сначала правая сторона. Некоторые размеры беру с новых деталей. Также у меня есть оригинальные приобретенные размеры. Ссылка в описании. Измеряю правый лонжерон и дотягиваю его до размера. Теперь займусь левым лонжероном. Теперь высота одинаковая. Теперь равняю детальку, удаленную с правой стороны, и затем приварю ее.
сторона закончена. Теперь левая сторона. Поврежденный металл будет заменен. Здесь буду приваривать новые детальки, но сначала установлю переднюю дверь. Вот и левая сторона сварена. Теперь мне надо подровнять правую переднюю стойку. Она имеет несколько вмятин. Большие повреждения и дырки от спутера залил оловом. Ну и финальная часть – наборка переда.
Вот и все, моя работа закончена. Отдаю машину владельцу. На эту работу ушло 60 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!